Аллилуйя! Аллилуйя, это потолок, выше не забраться, не достигнуть. Это все, чего достичь я смог, прошептать, пропеть, предсмертно вскрикнуть. Аллилуйя, мой девиз и лозунг. 40 лет с ним Бога познаю, получал не раз по 40 розок, там без очереди многим выдаю. Аллилуйя, кое-как скажу я, не умея ничего понять. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. Отошел бы, сгинул в одночасье, цель и направление потерял. Аллилуйя, утреннее счастье, для всего мой строй материал. Перевод с еврейского подскажет, это значит слава тебе, Боже. Больше нет намека даже, чтоб на это чуточку похоже. От долгов избавь меня, Иисусе, от лукавого спаси и сохрани. Без тебя ни шагу не спасусь я, ты стена, фундамент и гранит. Аллилуйя, упиваюсь счастьем, Библию открою поутру, разложу прошедшие на части, слезы благодарности утру. Почему, зачем сумел родиться, свой плацдарм в чреве захватить, к материнским виноградным кистям, к пуповине бабушкину нить. Аллилуйя, испытание путь, рикошетят уже столько лет. Стражники у камеры заснули, путь свободен в аллилуйи свет. Аллилуйя, кое-как скажу я, не сумея ничего понять. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. В эту жизнь, как в яму долговую, а потом на белого коня. Благая весть, благая весть, кто понесет ее уставшим и страдавшимся калекам. Земля иссохшая, к тебе иду дождем,
Из уст моих потоком льются реки. Господь послал, я ученик Христа, с Его ключом к домам, квартирам, душам. И для меня особый путь настал. Да слушают имеющие уши благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Звонок тревожный, слышатся шаги, нас через дверь разглядывает кто-то. Воскресший пастырь, разломай замки, а дальше все расписано по нотам. Приветствую с улыбкой и кивком газетный листик к истине крещения, передаю принявшему потом хотя бы вкратце, где идет учение. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, и что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Не все, конечно, распахнули двери, кто осторожен, не откроет нам. Для многих мы разбойники и звери, квартиру обобрать их карман. Иная расторопная старушка прообраз суховее прошлых лет через глазок фиксирует на мушку, целуя многократно партбилет. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается Писанием вполне, что подтверждается Писанием вполне. Ради них ступени стирая, выискиваю зерна и крупицы, трубу кустам и направление краю. По маршам лестничным взлетаю легкой птицей, же православное болото, женский дух, одетый в срам мужское одеяние, молитвой про себя и даже вслух. Срываем крепости божественным писанием. Благая весть, тревожные звонки и крушение льда, засев по целине. Вам, проповедники, готовятся венки, что подтверждается писанием вполне, что подтверждается писанием. Богослужение на русском, на понятном. На русском переводчикам хвала, они покровы сняли с тех событий, произнесли «Господь, а не Аллах!» Все размололи, просеяли на сите. На русском разговорном языке хочу молиться, прославляя Бога. Я не пустынник, не монах аскет. Мне хлеба, хлеба, пусть совсем немного. Плен вавилонский нам не по плечу. К смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Евангелие на русском языке, духовно
на пренебесное звучание, но выпирает нынешний Закхей. И бесноватого безумное мычание, так циркулярный фарисей-статист традицию и корни оголяет. По-русски ты сектант-баптист и атмосферу визгом накаляет. Глен Вавилонский нам не по плечу, смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. На непонятном создается тайна, ключ разумения лишь у одного. Под скорлупой ореховое питание, и в бане моется, как думаешь, ногой. Запаянный сосуд с холодной влагой, сундук закрытый, утеряли ключ. С непонимающим намного легче сладить, сдирай, бодай, выталкивай муч. Плен вавилонский нам не по плечу, смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Дворяне на Руси по-французски, а вслух скрывали тайный разговор. Так до Христа был доступ сделан узким, жаргоном финий пользуется вор. Цареву тайну надобно хранить, а Господней возвеститься громко. Понятное им молот бьет в гранит, а непонятное под саваном в сторонке. Плен вавилонский нам не по плечу, смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Плен вавилонский нам не по плечу, к смешению языков, как раки, пятимся. Я непонятный 40 лет учу под горницей и жду пятидесятницу. Характеристика Виктору Савченко, то есть мне. На часах еще лишь 5:20. Темнота, покой, деревня досыпает. Притаился лагерь, стан совсем затих. Но на кухне огонек уже сияет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Столько лет он здесь трудился до темна. Только раз распрягся, шею рассупонил, тем и держится, что холост не женат. Все на нем дрова, вода и даже кони. Без него нам будет амба и каюк. Песни некому на музыку наставить, струны сердца в такт мелодии поют. Настроением книгу нотную листает. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Тестомес он, хлеба пекарь дармовой. Печи русские пылают, страшно взглянуть. Он в очках с дубиной спит под головой. Для угрозы нападающим и пьяным баню нужно истопить, детей помыть. Огород с
копать посадка и прополка. На духовное нет времени лимит, то дрова добыть в садах и по околкам. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Спорщик знатный и упрямый, как осел. Размочалил все молитвой и постом. Стал чтецом, немало книг святых прочел. Проповедовать старается при том. На апостольском служении он гений. Без запинки путь короткий избирает. Вся опасность, если батюшка в дружении. Ах, какого лагерь стан вала теряет. Воспитатель Виктор Савченко не спит, не спит. Утром, вечером он Библию читает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает. Слава Богу, не украден, не убит. Он не курит и от пьянки не шатает.